Всем привет, дорогие друзья! У нас время день. Я иду до подруги в гости. Ну, кое-что отнести. Вчера во время разгрузки получилось так, что у меня осталось. Поэтому надо сегодня внести. И потом на почту мне принесли извещение. Надо забрать посылку. Ладно, идем. Всем привет, дорогие друзья! Привет! У нас пришла посылка вот такая вот одна из Германии. И вот там вы видите вторая из Вологодской области. Это две посылки от подписчиков. Мы с вами сейчас распакуем одну посылку, а вторую мы распакуем на следующем видео. Марина, одерни платьишки, потому что нельзя ножки задирать. Сейчас я ее открою и посмотрим, что же там. Нам писали про эту посылку, нам говорили. Поэтому ждали. Дети очень ждали эту посылку. Спасибо огромное Оле. Это Оля из Германии, но уже другая Оля. Поэтому огромное-огромное спасибо. Подожди, Оксан. Сейчас я ее раскрою. Здесь она вот так вот, ребята. Ну и давайте в первую очередь достанем это сладости. Шоколадка вот такая вот. Оксан, подожди. Подождите. Сюда. Марина, подожди. Дальше вот такие вот шоколадки. На, Катя, открой и дай всем. А эти положи. Да, вот такие вот шоколадки. Сейчас достанется. Марина. Дальше вот такие вот мармеладки. Спасибо огромное. Они как раз любят такие мармеладки. Сейчас достану сначала детям сладости. Потом вот такие вот шоколадки тоже. Какие-то интересные, наподобие, наверное, нашего Milky Way, но потом. А, еще вот такие вот, смотрите, какая вкусняшки. Спасибо огромное, дети будут потом все это обязательно. Положи пока там. Дети обязательно потом посмотрят. Там еще что-то есть сладости. Так. Дальше. Еще одни вот такие вот тоже. Это шоколадочки тоже. Держи, Катюша. Ну, давайте будем дальше доставать то, что здесь лежит. Ребята, здесь ботинки. Нет, это уже другие. Да я запуталась в размеры. 35-39. Вот. Тут разные, ребята, ботинки. Слушайте, 39 размер. Вот такие вот ботинки. Это, наверное, женские. Это, наверное, Свете. Да? Света пришла? Нет. Ботинки Светки. 39. А, Светки ботинки, ты думаешь, да, это? Ну да, 39 размер, это Светина нога. Спасибо огромное, слушайте, они такие хорошие. Еще одни шоколадки. Там ничего внутри вроде... На, Катя, проверь. А еще одни такие шоколадки, вот такие вот еще шоколадки. На, я съел! А Егорке ты дала вот эту вот? Там было 5. А, 5? Ну ладно, Егор, подождешь немножко. Дальше, ребята. 35 размер. 34. Подожди, а тут что-то они разные все. Что-то я запуталась в них, ребята, если честно. Тут их так много. Слушай, ну давайте я сначала вот это вот. Это я точно... Так, теперь я запуталась опять. Слушайте, тут их так много. Вот. Вот это вот. Сейчас посмотрим. 46-й и 41-й. Так, разные опять. 41-й, вот. 41-й. Это Егорки. Я так понимаю, потому что это мужские, скорее всего. Спасибо огромное. Просто вообще, смотрите, какое качество вообще. Они зимние, ребята. Они, да, они все зимние. Да, они все зимние, ребята. Егорушка, померяешь? А потом покажешь. Хорошо? Так, дальше. Будем сейчас разбираться, ребят, потому что тут много разных размеров, а я не могу найти одинаковые. 35-й, вот. Это мои. Это, скорее всего, Катя. 35-й размер. У меня 35-й. Маша. Так, держи, Катя, мери. Дальше. Сейчас я буду разбираться, потому что тут, ребята, очень много. 34-й размер. Это, скорее всего, для Маши. Да, Маша. Маша у меня наверху сидит, поэтому спасибо огромное. Отдаю сразу и мерить. Че, Егорушка, скажешь? Как раз? Не знаю. А, ты еще не мерил? Ты уже пока говоришь? Ты еще...
Ребята, вот это, я так понимаю, это для Ильи. 46 размер. Вот такие вот огромные. Это Ильюша, у него нога большая. Он у меня в Соликамске, но я попрошу, чтобы он как-то или отвезем ему, и там поедут знакомые, попрошу, чтобы завезли ему, и он потом обязательно скажет. Огромное-огромное спасибо. Ну, качество мне вообще нравится. Слушай, вообще огромные, такие большие. И это, они внутри такие классные. Все одинаковые. Вот такие вот. У вас одинаковые, да. Дальше, ребята. Дальше. 30. Тихо, Мария. Ваня. Что, шоколадка там? Попроси Егорку. Привет, ты говоришь, да? А тебя не видно. Давай поздороваешься. Скажи привет. Он, ребята, в шортиках, поэтому вот так вот. Катя пошла мерить? Дальше. 30. Капас? Но потом спустишься, покажешь. 32 размер, это, скорее всего, для Оксаночки. Вот такие вот красивые, классные ботиночки, огромные. Спасибо, Оксаночка тоже может мерить. Так, ребят, вот это, мне кажется, это для Марины. 26 размер, вот такие вот классненькие сапожки, смотрите, какие. Ой, тут картинка такая интересная, посмотрите, ребят, какая картинка. Держи. Там брелок? Где брелок? А, ну это я знаю. Держи. Дальше я вижу еще одну, ребята, пару обуви. Но на этом посылка, ребят, не заканчивается. Это вообще... Это для Ванечки. 24 размер. Вот такие вот классные. Тебе. Че, Катя, померил? Чего? Да. Так. Тут, ребята, еще очень много сладостей. Потом покажем вам примерку, как на детках это смотрится. Слушайте, а в этой упаковке много разных конфет. Смотрите, ребята. Вот такие вот всякие разные конфетки. Деткам огромное-огромное спасибо. Как раз хотите? Да, я сказала. Да? Спасибо-то скажи, Илья, что ли? Дальше, ребята, тут еще шоколадки. Вот такие вот две пачки. Да, вот они такие как раз. Они с ананасом. А нет, тут с орехами, а те с ананасом. С кокосом. И тут еще, ребята, вот такие вот вкусняшки. Огромное-огромное спасибо. Дети просто объедятся опять сладкого. И тут это, ребята, еще не все. Тут еще лежит вот такой вот пуховик какой-то. Только я не пойму. Для меня ты так уверена? А вдруг для вас, для кого-то, а не для мамы? Да, ну не факт, что для меня. Что, как раз? Как раз так жмейки много. Но это разносить надо. Это разносится, Егор рассказал как смотри, раз. Маленькие. Маленькие, смотрите, какие, ребята, шоколадочки. Но зато они разные, попробовать вы сможете всякие. Слушай, тут с таким красивым рисунком. Подожди, Кать, не шелести, пожалуйста. Мама! Да. Вкусная шоколадка, да. Ой, Ване понравилось. Да, ребята, точно мне. А меня нынче, как Егора, да, уговаривал мама? Хорошо, тихо, Ваня. Егора, как меня уговаривал, да, мама, ну купи ты себе. Мы с тобой разные, да, смотрели? Там и расцветки разные были. Ну вот и я все на себе экономлю по полной программе. Слушайте, классно. Мне рисунок нравится. Посмотрите, какой рисунок красивый. Вышивка, это вышивка гладью. Слушайте, вообще классно. Спасибо огромное. Я обязательно ее примерю и покажу, как она будет на мне. Я так понимаю, это зимнее. Потом я у Оли спрошу, конечно. Зимнее это или нет, я не знаю. Но вот вообще классно. Спасибо огромное. Спасибо. Так, Оксана, ты уже померила? Да. И как тебе? Хорошо. Ну давай сейчас я вам покажу, как на детях, на ногах смотрится эта обувь. Мама. Так, первое, это у Егора. Вот так вот они на нем. Поверни боком немного. Очень хорошо. Бумажки потом убери. Так, Оксаночка, поворачивайся боком. Ой, боком. Вот так. Тебе они хорошо? Да. Все. Тебе нравится? Чуть-чуть большие. Даже чуть-чуть большие, но видишь, тебе на зиму, значит, ты на голую ножку одела, потому что спасибо огромное. Тебе, Егор, нравятся? Они удобные? Ну все. Так, меряем. Подожди, Ванечка, сейчас мама тебя померит. Катенька у нас меряет. Как они тебе, Катюша, нравятся? Большие или как раз? Кать? Немного большие, да?
Ну, потому что ты на голую ногу их померила, так ведь? Или у тебя носочек там? Голая нога. Ну вот про что я говорю. Помоги одеть Ване с Мариной. Я пока покажу, какие у Ильюши ботинки. У Ильюши вот такие. Вот, Машенька, слази, покажешь, как у тебя на ногах. Огромное-огромное спасибо. Егор, а мне вот на твои померить и посмотреть. Будет мне как раз? Нет? Вот ради интереса, у нас с тобой одинаковая сейчас нога или нет? Да, у тебя там брелок. Какой красивый. А на втором тоже ботиночки есть брелок? Нет, это чисто для тебя. А тебе тетю брелочка, да? Ну, тебе зато шоколадок много положили, Ванечка. Сейчас тебе помогут померить. Слушайте, ради прикола одела Егоркина. Ну, ты просто расшнуруешь и походишь, оно будет нормально, даже если немножко жмет. Одела Егоркина, они мне как раз... Ну, а это разносится, Егор, потому что это видно, что натуральная кожа. Машенька, они тебе тоже, Маша, большеваты? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, потому что ты одела на голую ножку, да? Ну, считай, ты же еще оденешь колготочки, носочки, будет хорошо. Ну, вот, Маша, тебе нравится? Удобно в них? Спасибо огромное. Слушайте, ну, классно, Егорка, мне нравятся твои. На, носи. Так, дорогие друзья, Мариночки померили. Марина, вот так вот ножки сделай. Ну вот, хорошо, у нее ножки. Да, и брелочек. Давай покажешь, мамка, вот такой брелочек. Ванечка, покажи, какие у тебя. Тоже ему хорошо. Мама, снежинка. Ну, вот такие. А, тут у нее снежинка. А на второй тоже у тебя снежинка есть? Тоже снежинка есть. Ванечке тоже хорошо, да, Ванечка? Ванечка, ну-ка ножку прямо сделай, мама посмотрит. Вот так у тебя палец почти влазит, ну почти. Очень хорошо. Спасибо огромное. Скажите спасибо? Спасибо. Спасибо огромное. Дети вон вкусняшки уже едят. Все вкусненько. Огромное-огромное спасибо. Ну, а я сейчас померю плащ и покажу, как он на мне. Так, дорогие мои друзья, ну, а я сейчас примерю, конечно, этот плащ. Мам, здесь что-то написано. Слушай, он такой классный. Написано что-то, ну. Ну, он осенний, наверное, он не зимний, скорее всего. Он, мама, скорее всего, осенний. Нет. Да. Не, он мне немножко большеватый. Мама, ну, в принципе, ничего, тут можно, по идее, утягиваться же. Мама, вот оно, утяжка, мама, идет и делается. Утяжка, и, в принципе, мама, очень хорошо. Сейчас я застегнусь и посмотрим, мама, как он будет. Да. Да. Я сегодня, знаете, было удивление, пришла на почту, а там две посылки. Так. Ну, конечно, неудобно немножко. Вообще неудобно. Вот так вот, ну и тут утягиваться можно еще. Считайте, вот так вот завязки, и вот оно. Очень классный плащ. Спасибо огромное. Вот так вот он на мне смотрится. Ну, если зимой одеть под куртку кофту какую-нибудь тепленькую, будет вообще, мне кажется, самое то. Можно даже и зимой ходить. Вот такой вот плащ. Пишите в комментариях, как вам. Ну, мне нравится. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Да, Ваня довольный, да, Ваня? Ботиночки тут показывает, сидит. Сейчас я вам попробую показать. Видите, Ваня ножки задирает. Показывает ботиночки свои. Ты довольный? Уже весь в шоколадке сидит, измазался. Хочу сказать спасибо большое Оле. Огромное-огромное спасибо. Все понравилось. Вообще дети довольные, что у них много обуви, хорошие, новые. Егорка сразу по квартире ходит, уже в новых ботинках. Разнашиваешь? Молодец. А это Ильюше мы отправим, да? Ильюшенька, жди от тети Оли подарок. Мы тебе скоро передадим. На этом хочу сказать огромное всем спасибо, кто как-то либо радует моих детей. Спасибо огромное вам. Дай Бог вам всем крепкого-крепкого здоровья. Ну и всем пока-пока. Говорите, Ваня, пока. Пока.